Титаник. Титаник, да, вот они, титаны. Название команды. Зенит. Капитан, на камень, ножницы, бумагу разыграли. Подошли, пошли в центр. Чей диск? Начали. Ай, почти. Хорошо. Все, все. Диск коснулся земли, Малика. Все. Потеря. От стенки играем! Играем от стенки! Хорош! Молодец, Малика! 1-0, Титаник! Разыграли, разыграли! Хорош в защите! А, не залетел. Не было, не было. Есть. 1-1. Хорошо. Ай-яй-яй, потеря. Танго! Точнее! Кроссы закидывайте! Вот хорошо! Не точно! Потеря! Точнее, ребята, точнее! Ну куда? Ну такое тяжело принять, Ваня. Такое тяжело принять. Осторожней. Борьба, борьба. Разыграли. Закручивать нужно, Малика. Хорошо. 2-1. Собраться, Титан. Двигаться нужно, Владик, это на воротах. Встречать. Можно перехватил, можно первым. 10 секунд. Ваня, это бесконтактная игра, предупреждение. Потеря. Хорош! 2-2! Отлично! Шикарный гол! Осталась 1 минута первого тайма! Штрафной, конечно! Ваня, касаться соперника нельзя! Пробиваем! Пробиваем штрафной! Стоп! Штрафной пробиваем. Вот здесь была точка. Вот отсюда. Можно ставить стенку. Раз, два, три. Вот сюда вот стенку. Стенка может двигать руками. Можно, да, со штрафного можно сразу ворота. По свистку. Мимо. Чуть-чуть не хватило. Разыграли сразу. Хорошо. Хорошо. Вадим прям в защите отлично сыграл.
Есть, отлично. 3-2. Последняя атака. Поменялись воротами. Первый тайм закончился. Три-два. Титаник выигрывает. Зенит готовы? Осторожней. Осторожней. Ты что, больно ж? Три-три. Ваня, ты что расслаблен такой? Гол пропустил. Стоит он. 3-3, вообще ни с чего. Четыре-три. Ай, хорошо. Ну, разыграли, разыграли. Хорошо в защите. Молодец, Илья. Отлично. 5-3. Осталось 3 минуты. 6-3. Больше закручивать. Разыграли, разыграли, быстрее. Сбивать, 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 сбивать нужно. Осталось 2 минуты. Красная карточка. Удаление на 2 минуты. Сел. Играем. Семь три. Точнее, от земли играть нужно, Влад. Пробежка, пробежка. Гол не считается. Да, Малика, смотреть нужно, куда кидаешь. Осталось 40 секунд. Ай-яй-яй, как так? Потеря, потеря, Малика. Малика. Это их диск был. Предупреждение получишь. Ты меня хотел убить или что? Первым не считается.
Последняя атака. Можно первым. Семь-три. Зенит победа.